ну, не знаю, насколько можно... А ты чё там делаешь, мужик? Чё сидишь? Результат, пожалуйста, хороший, пусть будет. Так, минутку, ребят. Я не могу сдвинуть... Я, автор Банбана, понял, что его игры набирают популярность и стал клепать их просто одну с другой. Мы только вот в третьей, она сегодня вышла для вас вчера, а он уже говорит, что скоро будет четвертая, поэтому давайте смотреть, что он сделал в третьей. Для родителя, который ищет своего пропавшего ребенка, время дело тонкое. Нажми на часы, бла-бла-бла. Так, где же ребенок? Так, где же ребенок? Где же ребенок? Жеребенок? Итак, на чем же мы остановились? Нажми на Shift, чтобы спринтовать. Ну, остановились как минимум на том, что надо вот так сделать. О, это к опилке, к опилке. Нам туда не надо. Нам надо надыбать мою приколдеску. Где мы? Слушаю. Рад видеть, что у вас получилось. Я не знаю, как ты это сделал, но опять же, ты пережил крушение гигантского лифта, так что, думаю, не стоит удивляться. И еще раз прошу прощения за то, что ударил вас по голове. На самом деле, именно по этой причине я считаю, что мы не должны встречаться лицом к лицу. Ах ты, Криса! Потючок. Видите ли, по какой-то причине я склонен к насилию, и я не доверяю себе, чтобы не поддаться этому снова. А, я заперся в комнате для наблюдения. Так я смогу помочь, не представляя опасности для вас. Окей. Сейчас мы находимся на самом нижнем этаже, который оставался активным до того, как все пошло не так. Перед нами есть много этажей, но все они уже давно закрыты и заброшены. Так что постарайтесь не упасть. Что касается ваших детей, я не знаю точно, где их держат, но я знаю того, кто знает. Ага. Отправляйтесь в водный сектор, там он обитает. А что, у меня есть что вставить сюда? Нет записей. Угу. А что я поднял тогда, что-то интересное вроде. Так, ну вот тут вот явно что-то будет сейчас. Ну-ка, смотрим. Что это такое? Батарейка. А это что такое? Я всегда знал, что я невезучий человек, но это вообще что-то новенькое. Короче, чел просто увидел опилку, офигел, и все, в принципе. А как? Ага, все. В принципе, больше ничего тут интересного нет. А извиняюсь. О, а есть у меня эта штучка? Где ты? Малюточ, где ты, мой маленький? Посмотрите, вот же он. Бахни, бахни. Опа-помкс. Так, ну-ка, давай-ка вот сюда теперь куда-нибудь. Да, вот сюда нормально будет. Итак, и вот сюда. Все? Ту-ту-тунь. Или еще не все, подождите минуточку. Ну, здесь вроде все посмотрел, там посмотрел. Туда можно сгонять, подождите. Минуточку. Минуточку. Так, граунд сектор, я здесь. Там что? Вот это вот, акватик сектор, прогрессив и медикал сектор. А я могу как-нибудь... ты повезешь меня? Нет, все, я понял, хорошо. Значит, нам игра говорит, иди туда. Извини, пожалуйста, я случайно. Иди туда, говорит. Говорит игра. Очень цвет похож на Бэкрумса. Так, о, могу порисовать тоже? О. Мне просто осенило, что для управления фуникулером нужна ключ-карта. Найти ее не составит труда, буквально у каждого была копия. Так можно было добраться до станции до станции. Ага. Только для банбанов. Ну, точнее, не для банбанов, для ребят из Garden of Banban. Что это? Клэр была здесь. Очень здорово. А сейчас что-то страшное будет, правильно? Минуточку. Мне говорят, я могу поднять эту штуку. Ага. Видимо, это не зря, да? Наверное, я буду поднимать все эти прикольчики. Возможно, они мне реально понадобятся. О, здесь мы можем узнать всех. Королева Баунцелия. Баунцелия. Типа баунс, типа как прыжок. Поняли? Слоу Селин, Джамба Джош, Банбан, Банбалина, Апила Бёрд, Капитан Фиддлс, Стингер Флин и Шериф Тодстер. Угу. Так, а зачем я собираю карандашики или фломастеры, чтобы это ни было? И вот этот вот нап-нап, неправильный банбан, наоборотный банбан, так сказать. Так, вот сюда, судя по всему, я должен сложить... И сколько? Сколько мне надо приколов сложить? Мне что-то дадут? А отсюда ключ-карта? Или сюда надо вставить ключ-карту? Я еще не видел ключ-карту. А. Ну ладно. Ну допустим. Допустим. О. А, вот сюда можно нажать, да? Опа. Что случилось? Матерь божья. Пойду я, наверное. Тише, тише, тише. Я не все приколы собрал, извини. Да тише. О! Кто такой? А что случилось? Я что-то плохое сделал, ребят, вы поняли или нет? Я нет. Так, сейчас, минутку. Давайте я вот сюда еще.
Засуну эту штучку. А зачем ее включил? Уехал, смотрите, ничего себе, риска уехал. Нап-нап, одинок. Это грустно. Грустно, когда кто-то одинок. Так, ну что, там убрался, тут убрался. Так, ребят, немножко заметил сейчас такую штуку, что, судя по всему, из-за того, что человечек, который клепает игры, не запаривается об оптимизации. Так вот, да. Возможно, из-за этого игра немножечко, самую малость, на записи будет фризовать. Я надеюсь, что это не критично. Если это будет критично, на следующий раз я пофикшу все еще сильнее. Но пока так. Надеюсь, вам не доставляю неудобств. Так, ну и что, я все убрал или нет? Ну-ка, смотрим. Результат, пожалуйста, хороший, пусть будет. Поищем еще. Угу. Да, вот здесь как раз таки я не заметил. Я надеюсь, что это последний фломастерчик. И сейчас посмотрим. Ну-ка, давайте, быстренько, проверочка. Так, и, пожалуйста, итог хороший, итог хороший, итог хороший, итог. Отдавай сюда карту. Спасибо, мог в руки бы дать. Значит, нам надо обратно. Здесь головоломка, ну, не знаю, насколько можно... А ты чё там делаешь, мужик? Чё сидишь? Дорогой нап-нап, можно я его стукну? Пусть он станет не синий, а фиолетовый в крапинку. Пошел. Смотрите, а чё он сидит-то? Ну-ка, бахни его, чё ты стоишь? Бахни, бахни его, чё стоишь? Чисто по башке. Ага, я тебя видел. Я тебя видел, братанчик, я тебя видел. Так, нам надо вот туда. А кассеты, кстати говоря, нет. Кассету я хотел бы найти для того, чтобы посмотреть что-нибудь интересное. Но, видимо, в другой раз. Так, все, погнали. Дуньк. Так, ты идешь за мной? Дружочек, дружбан. Ну, чё? Ребят, вы поняли сейчас? Вот где надо было управлять. Во, куда-то мы едем. Вы понимаете, куда я? Нет. Так, смотрите, можно было поехать еще вот туда. А, мы сейчас едем. Ну, сейчас мы узнаем, куда мы едем. Ну, мы... Что-то дернулось, все страшно. В зеленую штуку мы едем. Получается, всего 4 комнаты. Я, конечно, понимаю, что вряд ли мы все 4 пройдем за эту серию. Так, эта комната... Прогрессив. Прогрессив сектор. Не комната, а сектор. Это что, это на голову надеть явно надо. Правильно? Конечно, правильно. Ага. Все ясно. Соответственно, я сюда не пройду. Значит, надо искать зеленый... Ладно, я еду в красный, судя по всему. Посмотрим, что нам предлагают. Возможно, я еду не туда, конечно. Надо было, наверное, вот туда ехать. Вот туда, вот там есть свет. Надеюсь, вы видите. Так, куда-то мы приезжаем. Куда-то мы приехали, приехали мы. О, да, в красный сектор. Хорошо, что у нас здесь есть? Какая-то записка. The Devil. Жестко. Так, минутку, сюда нам тоже не пройти? Конечно же, нет. Это значит, что я выбрал не тот сектор, правильно? Значит, мы едем туда теперь. Да. Во, наконец-то. Так, мне... О, желтое стекло. Ага, ага, игрушку нельзя направлять. Ух ты. О, смотрите, есть нап-нап, и у него есть какой-то друг все-таки или что? Так, это для медузки. Есть у нас что-то интересное здесь? Ну, еще один листочек, который я вам снова не зачитаю. Потому что там 6-й был этот кейс, это 7-й кейс. В общем, вы поняли. Так. Эй, а ты чё? А как я не попал? Эй, давай еще разок аккуратненько. Пам-пам-пам. Все, сейчас все получится, смотрим. Теперь жмем, получается, сюда. Ну-ка, разбивай мне там стекло. Слышь ты, вообще... А, хорошо, давайте так. Все будет проще. Ну-ка, бей. О, спасибо большое. Другой разговор. Что у нас тут? О, оранжевая. Давай сюда. Минутку, а зачем я это делаю? Мне почему-то... Так, мне сюда нельзя пройти. Мне надо все стеклышки разбить, что ли? Давайте сломаю и это тоже. Видимо, в этом нет никакого практического смысла. Пофиг, в целом пофиг. Все, погнали. Блин, меня пугает реально это. А что у нас тут? Это у нас какой-то класс? Не могу сюда зайти. А у меня желтая или оранжевая? Ага, оранжевая. Желтая, значит, у меня нет. Чё-то мне не очень туда хочется, честно говоря. Посмотрите на это. Не, ну мы, конечно, можем туда пойти. Но можем мы посмотреть, что в других местах. Ладно, пойдем сюда. Все. Мне не страшно, мне не страшно, мне не страшно. Ваши ставки. Кого я сейчас здесь встречу? Мама. Что это значит? Это слоненок? Это мороженка? Это... Я не знаю. Похоже на
какое-то мороженку, соленую карамель. Чувствуете? Куда я иду вообще? Зачем я иду прям под мороженку? Ну, мне должно быть здесь страшно. Мне и так здесь страшно на самом-то деле. Может, это какая-то мордочка чья-то? Пока непонятно. Окей. В таком случае просто поднимаемся наверх. Но, возможно, она сейчас начнет... Communication киоск. С кем коммуникацировать? Это что? Это глаз? Смотрите, спорим, это глаз. А. Ага. А у меня нет этой белой штучки. Капец, здесь все супер мудренное какое-то. Так, ну ладно, это, видимо, пока не для нас. Видимо, этот чел пока отдыхает, пока я не открою белую дверь. Точнее, дверь с белой ключ-картой. Значит, вернемся, посмотрим, что нам еще предлагают. Однако у меня оранжевая ключ-карта. Она где-то была нужна, это точно. Ну вот, да, для двух напнабиков. Это напнаб и напнабиня какая-то. Видите? У нее там этот... Штучка эта. Бантик. Набналина! А, набналина. Набналина. Угу, капец, у него тоже есть барышня. Открывай. О, да, нормально, нам сюда можно, отлично. Надеюсь, здесь сейчас будет белая ключ-карта. Это головоломка, правильно? Ну-ка. Ага, нечего слушать, да? Хорошо, найдем. Слушайте, давайте попробуем бахнуть его в глаз. Как вы думаете, сработает вообще? Где? Э, чел. Где мой чел? Иди сюда. Я тебя зову. Так, минутку, ребят. Я не могу сдвинуть... Я не могу сдвинуться с места, сказал я, и... У тебя был тяжелый день, это видно. Вы усердно ждете того момента, когда покинете это жалкое место с ребенком на руках, мне так кажется. Не хочу подрывать ваши усилия, но боюсь, что этот момент может никогда не наступить. Я не могу этого допустить и с радостью покажу вам почему, но после того, как я это сделаю, следуйте моему совету. Покиньте это место, пока еще можете, забудьте о нем, двигайтесь дальше и забудьте, что все это когда-либо происходило, и я обещаю вам, завтра будет лучший день. Да? И что это значит? Так, и... Вероятно, это может значить, что... Что это конец первой серии, а вы можете накидать лайков и написать в комментариях что-нибудь интересненькое, но только не спойлеры. Так что на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр и до следующей серии. Всем пока.